Знаки. Звуки, знаки. Звуки, знаки. Звуки, знаки. Звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки. Звуки. Знаки. Звуки. Знаки. Инклюзивная студия «Звуки, знаки». Какая красивая. Да, божья коровка. Почему она так называется? Она приносит пользу. Спасает растения от вредителей. Про нее есть сказка. Расскажи. Хорошо, сейчас расскажу. Посреди прекрасного Божьего мира жила маленькая букашка. Она была серая. Другие насекомые были яркими и красивыми. Они не замечали серую букашку. Она стеснялась своего некрасивого наряда, всегда пряталась в тени. Однажды случилось вот что. Это? Да ну! Некрасивая. Да. Почему ты плачешь? Я некрасивая. Меня никто не любит. Какое счастье! Солнышко любит меня. Я должна сделать что-то доброе. Бедные деревья, я помогу вам. Спасибо, ты нас спасла. Ты прекрасна. Да. Ого!
тех пор она всегда сияла и излучала такую радость, что все полюбили ее и стали называть Божьей коровкой. Самый красивый тот, кто делает доброе дело. Правильно, молодец.